Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые садоводы! Приветствую вас на канале Уралдача, урожайный сад и огород. Вот и пришло время сажать чеснок. Сажать чеснок я буду на грядку, на которой у меня рос горох. О пользе такой грядки я рассказывала недавно в видео, и это видео вы можете посмотреть, пройдя по ссылке вверху. Этот вот чеснок, это который непосредственно мой чеснок, в этом году я его уже получила урожай. А вот это покупной чеснок. Разделять зубки надо аккуратно. Выбирать надо самые хорошие чесноковки. И верхнюю кожуру ни в коем случае не надо убирать. Вот таким образом мы будем сажать чеснок. Вот эту вот мелкую шелуху еще можно убрать, но это уже не критично. А вот эту вот основную кожицу надо оставить на месте. Сейчас я буду убирать мульчу, но далеко мы ее убирать не будем, потому что потом мы снова закроем ей же нашу грядку. Посмотрите, дорогие друзья, начала рыхлить. И вот наши помощнички, наши хорошие друзья-червячки. Посмотрите, как их много. Они очень любят любую органику. И, конечно, под мульчей, которая у нас в данном случае является ботва от гороха, им там комфортно. Очень много питательных веществ, которые они могут перерабатывать и делать нам плодородной почву. Дорогие друзья, а вот если вы хотите обновить посадочный материал, то вот из таких коробочек, которые у нас созрели, видите, как много семян, можно получить обновленный, чистый. И вот эти вот небольшие дольки мы сейчас посадим. И на будущий год у нас взойдет чеснок, чистый, хороший, здоровый. Он будет у нас не из нескольких долек состоять. Которую мы в дальнейшем на следующий год снова посадим, и уже будет полноценный здоровый чеснок, который будет в себе содержать несколько долек. Я его сажаю в это же самое время с этим чесноком, не очень глубоко углубляя. То есть можно вот так вот даже посеять, вот так вот. Страшного ничего нет, он у нас взойдет, все хорошо. Пока мы сажали чеснок, уже стемнялось. Поздний вечер, темняться начинает очень рано. Сейчас я нашу грядку укрою органикой. В виде органики у нас будет ботва от гороха. Зачем я это сделаю? Во-первых, на следующей неделе у нас уже обещают очень сильные заморозки. А чесноку надо обязательно укорениться. В этом весь секрет хорошего урожая. Нам надо время, чтобы в почве сохранилась плюсовая температура. Конечно же, создать такую пуховую подушку. А это мы сделаем благодаря нашему гороху.
Дорогие друзья, ну вот наша работа и завершена. Теперь наш чеснок будет под одеялком и хорошо себя чувствовать. Червячки, которые у нас еще будут продолжать работу, будут повышать нам плодородие. Если вы хотите делать почву плодородной, делайте ее вместе с нами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До встречи!